Так, 8 марта, да? 8 марта. Куплю ей розы. Ей 26. 26 дарить нельзя, четное. 27 куплю на вырост. Так, что еще? Мартини и конфеты можно. Куплю бутылку мартини, коробку конфет. А мне коньяк возьму, праздник ведь. Потом в ресторан свожу ее. Потом домой на такси. Отлично. Итого 5800. А что, если не 27 роз, а скажем одну? Гвоздичку. Так. Мартини, что эту кислятину пить? Вычеркиваем. Конфета она все равно есть не будет. Она худеет. Сахара возьму. Сахара. А мне коньяк.